должны выпустить эту заразу, понять, что у вас болит. Это знаете как? Некоторые думают, что зараза – это просто болезнь. Она ниоткуда взялась. На самом деле она взялась из ваших причин. Например, маленьким детям не хватает мамы. Или они чего-то боятся. Или вы им не даете доплакаться. Вот, например, одна мама. Ребенок плачет, а она ему не дала доплакать. Она оставила у него это, и он заболел. Поэтому не заставляйте малышей, чтобы они не плакали, или кто-нибудь плакал. Дайте, чтобы они отплакались. И еще и взрослые, и дети, ваши болезни не от причины какой-нибудь. Это какой-то недостаток. Вы должны его понять. Но главное не торопиться. Помолиться Богу. Ощутить глубину и сделать вдруг глубокий вдох и выдох. И выпустить ваш страх или что угодно. Но не торопитесь. Это надо делать медленно. Вы выпустите это все, и вам будет лучше. Говорю вам, лучше.